8 октября стартует третий сезон проекта информационного агентства «Оринформ. Поговорите с доктором». В онлайн-режиме специалисты-медики будут общаться с интернет-пользователями и отвечать на разные вопросы о здоровье, о лечении и профилактике самых распространенных заболеваний. Все будет происходить вот в этой студии, где уже заканчиваются последние приготовления. Идея прямого общения врачей с населением посредством интернета появилась 2 года назад. Проект поддержали в региональном министерстве здравоохранения. Все желающие могли проконсультироваться у высококлассных специалистов, которые были гостями программы «Поговорите с доктором». Был эффект, и я слышал о том, что и знакомые, и друзья, и родственники говорили, что и видели, и заинтересовались. Об этом говорил потом наплыв в учреждение наше, значит, во всех наших филиалах, когда люди, услышав какие-то моменты для себя интересные, пришли и показались нашим докторам, нашим специалистам. Но это и касается других наших коллег, которые участвовали в этом проекте не только по нашему профилю. Александр Папин, главный врач Оренбургского областного кожевенодиспансера, в прошлом сезоне принимал самое активное участие в проекте. Вопросы, которые задавали интернет-пользователи, касались самых разных направлений. Современного лечения кожной патологии, анонимного обследования на венерические болезни. Доктор ответил всем, кто обратился за помощью. Очень полезно для наших пациентов. Профилактика вообще любой нашей деятельности – это лучше, чем лечение. Когда мы проявляем заинтересованность наших пациентов для того, чтобы вообще жители нашей области и гостей нашей области, для того, чтобы они обратили внимание на ряд заболеваний, которые имеют место быть и которые достаточно в запущенной стадии приводят к ухудшению качества жизни прежде всего и иногда, к сожалению, к летальным исходам. Поэтому я считаю, что необходимо участвовать в таких проектах как руководителям учреждений, так и главным специалистам Министерства здравоохранения. Рустам Сайфудинов, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии Оренбургской государственной медицинской академии. Он также не первый раз участвует в онлайн-проекте. И в этом году Рустам Ильхамович готов к новой встрече с посетителями сайта Оринформ. Когда тебе в прямом эфире задают вопросы, это, во-первых, тонизирует самого лектора. Понимаете, здесь мы получаем уже вот эту возможность ответить непосредственно пациенту, она стоит дорогого. Конечно, это не может быть телефонными консультациями. Заочные консультации исключены, поэтому я сразу призываю пациентов, которые будут звонить, не надо задавать конкретных вопросов, а какой препарат, а в какой дозировке, а как лечиться. Это все надо делать со своим врачом. Но основные принципы, основные подходы к самоконтролю, вот это, наверное, те моменты, на которые мы можем дать ответ. Сфера деятельности доктора Сайфудинова – кардиология. Так что те, кого интересует эта тема, могут пообщаться с профессором 15 октября. Задача-то именно дать конкретные ключевые точки, где по крупицам можно набрать этого здоровья и где по крупицам набрать моментов, чтобы не дать обостриться уже имеющимся у вас заболеванию. Но поскольку гипертония – это самое распространенное заболевание, ею страдают около 40% населения России во всех возрастных категориях, а в старших возрастных категориях – до 60-70%. Я думаю, целесообразно начать именно с этой темы. Откроет проект 8 октября Марина Горбунова, заведующая Оренбургским областным центром психопрофилактики и психотерапии. Ее тема – это психическое здоровье взрослых и детей. Дело в том, что в наше, казалось бы, очень такое оживленное время, насыщенное всякими событиями, когда вокруг множество людей, порой человек, он оказывается в изоляции. И не каждый может вот так пойти, открыто предъявить свои проблемы, рассказать о своих трудностях. Конечно, хорошо, если человек пойдет и обратится к доктору напрямую, поговорит с ним, решит свои проблемы. Но если существует такой психологический барьер, если это невозможно, то хотя бы задать вопрос анонимно, чтобы никто не знал ни вашего имени, ни вашей фамилии. Вы сделайте это, если это нужно. И еще это хорошо тем, что ваш вопрос услышат многие и услышат ответ на него. И, возможно, они в этом найдут и какие-то свои проблемы. В ближайших выпусках проекта «Поговорите с доктором» обсуждение таких актуальных тем, как психическое здоровье, сердечно-сосудистая патология, онкологические и кожно-венерические заболевания, планирование семьи и репродукции. Итак, каждую среду в 19:30 на сайте Оринформ медики будут общаться с интернет-аудиторией и отвечать на вопросы, которые можно присылать уже сегодня. Более подробную информацию о проекте «Поговорите с доктором» узнавайте на сайте orininform.ru и присоединяйтесь к диалогу о здоровье.